Выбирая дизайн штор для гостиной, помните, что они могут расширять пространство и сделать комнату намного уютнее. Придерживаясь определенной цветовой гаммы, вы придадите законченность интерьеру. Для маленьких помещений подходят светлые однотонные шторы с разной степенью яркости, так как визуально увеличивают размер апартаментов. Если вы хотите, чтобы на них присутствовал рисунок, тогда выбирайте простой орнамент или мелкий цветочек. Шторы не должны полностью препятствовать прохождению солнечного света, от которого зависит настроение и уют в доме. Белые, бежевые, светло-оранжевые, розовые, голубые гардины – вполне подходящий вариант для небольшой гостиной, в которой не требуется полного затемнения окна. Если вы хотите сшить модель со сложным дизайном и разными аксессуарами, выбирайте для этого легкую полупрозрачную ткань. Очень хорошо будет выглядеть светлые шторы, подчеркивающие оттенки основной цветовой гаммы. В гостиных больших размеров с высокими потолками уютнее смотрятся портьеры насыщенных цветов, сшитые из плотных материалов. Можете выбрать яркие или пестрые модели с рисунком или крупными узорами. Если вы стремитесь создать уютную атмосферу, выбирайте ткань теплых оттенков – красного, желтого, оранжевого, фиолетового. Спокойствие и расслабление подарят нейтральные коричневые и кремовые оттенки. Белый цвет с преобладанием синего принесут прохладу. Холодные оттенки обычно используются в строгих лаконичных интерьерах. Сомневаетесь в выборе? Обратитесь в салон «Штор Гармония». Специалисты и опытные дизайнеры помогут вам подобрать идеальный вариант штор не только для гостиной, но и для всего дома. Вас ждут в торговом центре «Прага» на втором этаже.